С вами Дима, и сегодня я решила записать лифты в Roblox для того, чтобы это самое как-то поменять тему, потому что вот это самое. На третью часть обзора версии 1.19 не получится сделать, потому что, опять же, не нашел я данжа, на который хотел сделать обзор. Лифты КМЗ 91 года, 22-этажки серии КОПР. Это пассажирский лифт. Вот такая вот панель на 24 приказа. Знак перегруза, лампочка. Вы сейчас можете услышать звук мотора. Что-то мы сильно долго едем. Сейчас мы этот лифт отправим на первый этаж. Чтобы вызвать лифты и приехать в другой лифт, возможно, даже грузовой. Кстати, я буду делать на весь дом обзор. Тут 5 или 6 подъездов или 4. Не знаю пока еще. Сейчас попробую найти балкон. Хотя дом без балкона вообще. Чего-то. Непонятно чего. Грузопас едет, наверное. Опять пас. Ну тогда я поступлю вот так. На несколько этажей ниже, на 3 этажа ниже. Поеду, чтобы это самое. Потом уже оттуда вызвать лифт. А, кстати, он долго заставится перед остановкой на этаже. Что, я застрял в лифте? Я застрял в лифте, чуваки. Застрял в лифте. В этом доме. Надо сейчас делать этот челлендж. Видите, как он называется. Все-таки старые подъемники, это есть старые подъемники, с ними надо быть очень крутым. Но хочу все-таки вызвать грузопас. Сейчас нифига не вызывается. Вот лифт приехал. Сейчас невысоко съезжу специально, чтобы вам просто показать лифт. Ко мне постоянно заходит друг и выходит на секунду. Думаю, опять здесь. Ну, очень страшный звук установки. У него сразу скажу. Моргает свет. Панели у всех лифтов одинаковые. Выходим из подъезда. Второй подъезд. Что у нас здесь стоит? А как тут?
закрыто, не получится заснять лифты здесь, в этом подъезде. Вот тут уже что-то интересное. Код от домофона 9876. Сбросить случай. Нажал. Тут уже обычная дверь, слава богу, стоит. Получится заснять лифты. Кстати, три кнопки вызова на один. На три лифта, три кнопки вызова. 22 этажа в доме тоже тут. Лифты, фирмы. Что тут написано? Пуховский лифтостроительный завод. Поднимаемся мы к 22 этажу. Вот такой вот звук при прибытии на этаж. Если что, это новые лифты. Примерно 2019-2018 года выпуска. Кстати, вот тут есть балкон в кавычках, но на него нельзя выйти. Никак. Пока мы ждем лифт, я расскажу вам немного о серии дома вообще. Что это такое? Серия дома КОП начала строиться в начале 80-х. Но приобрела популярность только в конце 80-х годов. Мне кажется, этот дом был построен в 1991 году. Какая-то кнопка непонятная. Вот это отмена. Лифт очень трясет. Видно сразу, что он не предусмотрен для такого высокого дома. Да и вообще это может был пассажирский лифт. Просто его переделали так, чтобы он был грузом пассажирский. Ну, из-за того, что его вот так, наверное, переделали, его очень сильно трясет. Какая вызов диспетчера, все. Лифты полтора метра в секунду, даже 1,4, мне кажется. Вот открылась дверь, первый этаж. Дом с консьержем. Даже можно позвонить по домофону в его будку. Давайте попробуем. А это опять кнопка сброса. Серьезно звонит. Тут даже адреса написаны. Этот дом, разумеется, из города Москвы. Пошли в последний подъезд, но я еще на вот так на вот этой башенке сделала обзор на лифты. Код от домофона V986. Не понял. Тут же ясно.
Этот дом уже без консьержа. Тут опять же одна кнопка вызвана от лифта. Кстати, по кнопке видно, что кнопки менялись в лифтах примерно в 2004 году. И есть лишние кнопки. В доме, опять же, говорю, 22 этажа. Кстати, видно шахту. Табло в кабине отсутствует. Лифт опять же 91 года выпуска. Поменены в 2004 году. Замены, мне кажется, не будет. Реверс присутствует. Вот такое не исключение в старых лифтах, конечно же. Надо два раза нажать на кнопку. Вообще несколько раз, скажем, сюда съедутся все лифты. Я знаю все фишки лифтов. А кстати, у них табло на первом этаже. Потом продемонстрирую, как оно работает. Видите, к нам уже из последнего подъезда этого дома. Лифты очень долго едут. А Гузапа, что наш вызов не принял? Как всегда, всегда вот так. Кто это поехал? Гузапа к нам, что ли? Просто на этот вызов съедутся все лифты. Сейчас это фишка аварийных лифтов. А кстати, как определить, что это КМЗ? Насечки на ДШ, это говорят, что это КМЗ. Вот такие вот насечки. Лифте спущусь на первый этаж, потом отправлю на второй. Как раз посмотрим, как работает табло у этих лифтов. А грузопас очень сложно вызвать в таких домах. Ладно, 4 кнопки вызова на 4 лифта. Кстати, в следующем подъезде, который мы будем обозревать, будет 4 лифта. Но лифты очень долгие. 22 этажа – это долгая скорость. Ну, хотя лифты произведены были в Советском Союзе. Шахту видно, кстати, вот так вот. Кстати, на второй этаж надо отправить.
какой опять же будем лифт? Такой же резкой остановкой. Все скрипит, да и бежит. Сейчас иду до следующего 25-этажного дома серии КП «Башня». Код от домофона 9876. Кстати, вот тут 4 лифта. Самый крутой из них я сейчас покажу. Но сначала поедем все-таки на пассажирском. Что он говорит, я не понимаю. В доме 25 этажей, лифт еще за 2010 года. Опять же, 1,4 метра в секунду. Табло есть. Горит красным цветом. Лампочка хорошая. Присутствует камера видеонаблюдения. В некоторых симуляторах даже ее можно посмотреть. Вот мы уже подъезжаем к 25 этажу. Мигает табло, когда открываются двери. Вот это вот лифт, можно даже вылезти на нем на крышу. Ну, кстати, тут особо не ощущается, что это выше дома. Все КП, просто КП, без башни. Непонятно, что тут какие-то карты надо вставлять, то ли что. Вот квартира, счетчики. Вызываем этот лифт. Тут стрелочки есть только на премиальном лифте. По-моему, подъезжает. Слышно звук. Во-первых, тут вот так вот можно открыть створки. Створки, да, вот так вот открыть. Можно открыть вот так вот люк, потом мы даже съедем на нем вверх, на этом лифте. Я покачусь на крышу. Лифт очень...
такой погрузин, что можно сказать. Сколько у него будет подъемность? 630, ну как и у обычного года пассажирского лифта. Ну, на восьмой этаж, я вместо третьего нажал восьмой. Тут надо еще умудриться запрыгнуть. И вот мы на крыше. Кстати, на крыше не ограничено движение во время поездки лифта. Как теперь только туда назад спуститься? И Эверс не срабатывает, кстати, с крыши. Сейчас мы разотнемся. Я покажу второй грузовой лифт у этого дома. Быстренько, даже не поедем на нем, а просто покажу второй. Кстати, вот тут можно это тоже открыть ствол, но тут люка нет. Всем удачи и всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!